Всем привет! Сегодня идет дождь, и сегодня нам подняла соседка настроение. Принесла, о, сколько кукурузы. Вон сижу и кушаю. Даже Хлоя пришла. Хорошо, что есть хорошие соседи. Вчера кукурузу дали, позавчера и сегодня. Доедаю себе. Вон, сейчас кушать будут, доедать. Надо, просто тетя дала покормить утят. Они вот так вот клевали меня. И Лера тоже клевали. Щекотно. Да, щекотно. Щекотно. Хорошенькие, маленькие. А татарка кричит. Один вообще застряли. Бери платочек. Бери, догоняй. Ти покру утікає з неї. Догоняй його. Щоб не ламай. Догоняй, скорі, догоняй його. Сідай. Сьогодні то дощ, то холодно, то сонце світить. І сьогодні ми ще їздили на ринок. Потом на площадку нас тетя научила играть в платочек. Там надо бегать и потом ложить кому-нибудь другому платочек. Вот, а вот эту игрушку подарили Алану в Полтаве, в кукольном театре. Вот. Еще вот можно. А что сюда вот? А что можно сделать и так? Надо сначала подождать, когда загорится красный, можно говорить. Вот так. Сейчас. 2-5, привет, пока. Пока. Мы ехали на футбол, на поле тут растут вот такие лечебные цветы, называется цикорий, и из него делают кофе. Что получился вкусный напиток с вот этого цикория, надо вот так вот выкопать корень, потом зашушить его, пожарить его на сковородке, как кукурузу. И потом мы перемолоть вот так вот. И получится такой коричневый порошок. Надо одну ложку насыпать в кружку, потом кипятка туда, и потом молока. И получится вкусный напиток. Люблю напитки. Цикорий полезен до бабушки Ларисы, потому что у нее сахарный диабет. Вот цикорий, это лечебное растение такое.
Все, короче, я поеду сейчас на футбол, а то я сейчас опоздаю. А вам всем пока-пока, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ha ha ha.